Всем привет, с вами Голд, и это моя новая серия на Аризоне Ролеплей Шоу Лоу. Это Путь Бомжа, вторая серия. Сегодня я заработал уже почти 1 миллион, также нафармил АЗ коинсы и апнул 4 уровень. Все это будет интересно, но не забывай, что ты можешь получить 300 тысяч халявно от меня, если зарегистрируешься на мой ник, который ты видишь сейчас на экране. Ну и давай ставь лайкусик, а мы погнали. Ну и в прошлой серии мы остановились на том, что мне надо было сделать 25 продуктов на заводе. Я приехал на завод, устроился там и взял материалы и начал делать продукты. И кстати, за один продукт мне платят $200. И также на заводе был ежедневный квест сделать 30 продуктов, за это мне дают 1 АЗ Коинс. Я, конечно же, выполнил это задание, затем перевел 1 АЗ Коинс на донат счет, переоделся и получил $6000 за свою работу. После работы я приехал к Майклу и выполнил задание до конца, и получил за это бабосик и сразу взял второй квест. Пацаны, чтобы не затягивать видеоролик, я сейчас расскажу, какие квесты я выполнял. Второй квест — надо было просто купить телефон и сим-карту. Третий квест — надо было оформить банковскую карточку в банке. А четвертый квест — надо было съездить в магазин одежды и купить себе новую одежку. Пятый квест — надо было съездить в спортзал и позаниматься, 100 раз побить грушу. А шестой квест — надо было пострелять в тире, а точнее поразить 30 мишеней. И седьмой квест — просто познакомиться с другим персонажем, и вся квестовая линия пройдена. И помните, у меня были цели на рубрику «Путь бомжа». Так вот, мы уже выполнили одну цель, а именно пройти всю сюжетную линию. И, кстати, у третьего персонажа я взял квест, а именно поработать таксистом и заработать на этой работе 50 тысяч. За это мне дают 20 АЗ коинсов и серебряную рулетку. Ну и первого моего клиента надо было отвезти в центр занятости Сан-Фьера. Я за него получил $14000, всего лишь потратил 1 минуту. Потом я стоял на вокзале Сан-Фьера и подобрал бомжика, и он попросил отвезти его к ЖДЛС. Я его отвез и получил за это больше $30000 и выполнил уже квест. Потом я приехал к Джону и завершил свой квест и получил 20 АЗ коинсов и серебряную рулетку, которую позже я продал на центральном рынке. Приехал на ЦР и продал серебряную рулетку за 40 тысяч и также продал бронзовую за 7 тысяч. Также до этого я взял квест в центре занятости, проходился 9 чекпоинтов на работе автобусника. И я получу за это 1 ларец премии и денежку. Я арендовал автобус и начал работать. За один полный маршрут мне давали $21000. И также я забыл про ежедневное задание, а именно проехать 400 чекпоинтов на автобуснике, и за это я получу 22 АЗ коинса. А также я получил 10 АЗ коинсов за ежедневное задание, а точнее отыграть 5 часов. После работы приехал в центр занятости и завершил квест, за это я получил ларец премий, а также 22 АЗ коинса за ежедневное задание, которое я перевел на донат счет. И сразу же взял следующий квест, а именно требуются водители металловоза. Работа очень легкая, просто арендовываешь машину, затем подъезжаешь к метке и грузишься. Потом ты едешь на завод и сдаешь металл, и тебе дают денежку за это. Я приехал на завод, чтобы сдать груз, и получил за это $19000, но это очень жестко. Но мне еще надо 4 раза отвезти металл, и только тогда я выполню квест. Отвез я оставшийся металл, и приехал в центр занятости, и сдал квест, и получил за это опять же ларец премии и денежку. Приехал на центральный рынок и продал 2 бронзовые рулетки, но также не забываем, что у меня есть ларцы с премией, которые я могу открыть либо продать. Я открыл информацию о них, из них может выпасть бронзовая рулетка, там серебряная и так далее, а также машинки. Но я решил попытать удачу и открыл 2 ларца с премией. Мне выпали 10 аптечек, а также зловещая монета. Ну да, призы очень плохие. Зловещую монету я продал за $135000. Ну и давайте будем подводить итоги второй серии. На руках у нас $700000, также 4 уровень и Diamond VIP-ка, который мы получили в первой серии. Ну а также не забываем то, что у меня есть еще 57 АЗ коинсов. Это очень хорошо, потому что я хочу купить Титан VIP, и это все есть в целях. Ну и давай за серию поставишь лайк, подпишешься на канал, а также не забывай про свой колокольчик и про свой топовый комментарий. Ну а с вами был Голд, и всем пока!